Храни вас аркан, уважаемые зрители, точнее говоря, наверное, слушатели, с вами Мрак, и это первый такой пробный, блин, комом, первый выпуск «Творцов миров». Здесь я буду рассказывать о создании сеттингов, о создании персонажей, делиться своим опытом в этом плане, немного затронем ролевые игры, ну и всякое такое разное. В общем, будем говорить о чем-то творческом, о чем-то интересном, о чем-то волшебном, фэнтезийном, если хотите. Вот. В общем-то, давайте начнем, наверное, да? Для начала я хочу сказать, что если кто-то здесь ждет игрового стрима или смотрит на ютубе и ожидает увидеть здесь какую-то игру, то я вас разочарую. Это не игровое видео, это скорее подкаст о творчестве, поэтому вам, возможно, это будет неинтересно. Хотя, если мои изначальные слова вас заинтересовали, вполне оставайтесь, послушайте, может быть, вам это придется по душе. Вот. Чатик я читаю, вот. На стриме я сегодня один, поэтому как бы... Поговорю сам с собой, условно говоря, ну и с вами, естественно. Вопросики пока просьбы не задавать, часть для вопросов я оглашу позже. Вот, а сейчас, наверное, я, сориентирую вас вообще о формате вот этого вот всего шоу, назовем это так. Так вот, вначале я, собственно, расскажу, к чему нужно стремиться, чтобы начать что-то создавать, именно творить свои миры, как я это называю. То есть, может быть, кто-то решит писать, может быть, кто-то решит, там, не знаю, сочинять стихи, кто-то решит водить свои поводки. То есть, что вам для начала, как по моему личному мнению, вам нужно? Ну, давайте приступим. Вначале я порекомендую вам всем сходить в магазин, купить себе очень красивый карандаш или ручку, и к этому еще очень красивый блокнотик. Причем вот красиво — это важно. Вам должно все это понравиться, вы должны это держать в руках с восхищением. То есть когда вы берете этот блокнотик, открываете его, бумага шелестит на ваших пальцах, не знаю, вы гладите обложку и вам нравится, как она сделана, как там, например, сделан какой-то тисненный рисунок, что-то такое, да? Вам должно это все нравиться. Это как бы вас настроит на нужный лад. Вот. То же самое касательно карандаша. Я рекомендую все-таки использовать карандаш. Почему? Потому что карандаш можно стирать. Вот. А ручку стирать нельзя, придется черкать. А в красивом блокнотике черкать как-то вроде некрасиво, да? И, ну, не знаю, мне больше нравятся карандаши в этом плане. Ну вот, далее. Я порекомендую развивать фантазию. Как, собственно, развивать фантазию? Я вот приведу пример, наверное, из детства. Я как-то его на одном из стримов рассказывал. Когда-то давно мы с братом очень любили играть в Лего. Ну, с троюродным братом. У нас его было много. Мы его таскали у друзей. Мы покупали каждый там свои какие-то наборчики. Это было очень давно. Нам было лет, наверное, по 10, по 12, может быть, там... На самом деле, мы где-то около 14 лет еще собирали его тогда, баловались этим делом. Вот, и когда мы его собирали, мы не просто там что-то конструировали, не просто там строили какие-то домики, там, не знаю, машинки и прочее, или играли там, как вот сейчас принято у детей, что полезно, кстати, играть в лего-техник, собирать интересные механизмы, мы... Именно что творили миры, то есть мы придумывали какую-то историю, какую-то сказку, создавали каких-то героев, там. Мы изначально, естественно, знали о том, что произойдет, там, что кто победит, кто не победит. Каждый из нас брал какую-то роль. Как правило, брат играл каких-то главных героев, а я брал руководство над, ну, над всем происходящим вокруг. То есть использовал, играл каких-то там злодеев, не знаю, каких-то второстепенных персонажей. То есть это самый старт того... как мы, собственно, начали этим увлекаться. Если брат у меня, он больше увлекся немножко в итоге другим, хотя смежным с этим, я вот до сих пор творю миры, скажем так. Вот. И поэтому здесь вот, что из этого вытекает? Не бойтесь быть ребенком, не бойтесь фантазировать, не бойтесь казаться смешным, странным, даже в обществе ваших друзей, серьезно. Если вы этого будете бояться, вы будете зажатым, и в итоге у вас ни черта не получится, серьезно. Вы должны гордиться своей фантазией, вы должны знать, что вот, блин, я могу, и значит, я это умею делать. Поэтому, вот да, кстати, правильно тут пишет Лего, наша первая ролплей-игра. Это серьезно так. Это вот самая, вот реально самая офигенная ролплей-игра, самая первая. И поэтому, вот не стесняйтесь быть собой. Если вы хотите поделиться с друзьями, не стесняйтесь. Пускай они там, не знаю, не поймут вас или пошлют куда подальше. Зато вы будете знать, что им это неинтересно. И вот здесь вытекает еще очень важный момент. Вы должны всегда найти себе человека, неважно где, в интернете, там, в реальной жизни, как угодно. Тогда, в то время, у нас интернета не было, поэтому мы вот как-то с братом это дело любили и часто перезванивались, делились впечатлениями там от книг, просто там решали встретиться где-то, там пойти в какой-нибудь компьютерный клуб и там что-то обсудить. Вот.
И даже было так, что мы играли в такие, ну, своего рода ролплейщики на улице. То есть, знаете, когда, там, не знаю, мальчишки во дворе играют в войнушку. А мы пошли дальше, мы не просто играли в войнушку, у нас там у каждого была руль, кто-то там, роль, извиняюсь, кто-то играл, не знаю, агент ФБР, там, ну, раньше модно было смотреть секретные материалы, но вот часто это, эти сюжетики отыгрывали, кто-то был инопланетянином, в какой-то степени это тоже был, был ролплей. Вот, и поэтому найдите себе некий круг общения, можно даже одного человека, с которым вы всегда сможете поделиться. Неважно, оценит он или нет, главное, чтобы он вас слушал, чтобы он вас понимал, чтобы это ему было интересно. Просто хотя бы на уровне слушателя. И тогда, понимаете, это вас мотивирует, чтобы что-то делать дальше. Если вы не найдете никого, вот вы напишите это, вы написали, прочитали, ну окей, прочитали еще раз свои труды. И что дальше? Что в итоге? То есть у вас нет новых идей, а так вам могут что-то подсказать или ненароком подсказать. Даже человек далекий от творчества, он может сказать, что, блин, да какую фигню вы написали, блин, так неинтересно слушать. И вы задумываетесь, а может быть и действительно стоит что-нибудь поинтереснее сделать, так чтобы и другим было интересно. Поэтому, вот. Кто-то пишет сейчас, что таких друзей у вас не было. Ну, сейчас интернет позволяет. В то время мне действительно не позволял интернет, поэтому мне их таких тоже было мало, но мне повезло, что кто-то хотя бы был. Вот. Настоящее такое комьюнити у меня сложилось именно в Варкрафте. Там я познакомился и с Тейвилом, и с Люком, и с остальными ребятами, с которыми уже можно было творить что-то вместе. Вот там именно я уже раскрылся как, не знаю, как создатель сеттингов. Yeah. Еще что посоветую для развития фантазии, больше читайте. Причем читать я советую, ну, имеется в виду художественную литературу, больше читайте, а уж какая вам больше нравится, это решайте сами. Но не переусердствуйте с этим, конечно, то есть не надо там пропадать в этих книгах настолько, что вы там забудете об учебе, забудете о работе, там вообще на все плюнете и будете жить только в этих мирах. Нет. Просто читайте больше, причем старайтесь читать так, чтобы это у вас не вылетало в одно ухо и вылетало в другое, а так, чтобы у вас это откладывалось где-то в памяти. Не торопитесь. То есть вот эти нынешние, знаете, модные навыки скорочтения, они здесь вам повредят. Старайтесь считываться в каждую строчку, старайтесь понять, как автор хотел это написать и что он хотел передать этими строками. Ведь, как правило, в абзацах художественной литературы там заложено намного больше, чем написано. И стиль у каждого автора свой. Он вот этим стилем передает настроение. То есть буквально, вот, не знаю, даже еще пример привести. Наверное, даже вот Мартина приведем. «Игра престолов» сейчас на слуху у всех, поэтому вот если кто ее читает или читал, тот поймет. У Мартина все его произведения, они все читаются очень в таком, знаете, эмоционально быстром тоне. То есть я представляю, что автор переживает все это очень быстро, и видно, что вот эта вот реакция его, она сохраняется. Некая напряженность такая, причем напряженность не физическая, а такая ожидание чего-то постоянно. Вот у меня такое ощущение какое-то. По поводу вот блокнотика и ручки, о которых я говорил еще, что важно, вы когда будете там что-то записывать, я не имею в виду, что вы тогда должны писать себе рассказы какие-то. Здесь мы все-таки говорим о создании сеттингов для себя у себя в голове, да, в какой-то степени, то есть это развитие фантазии. Вы просто, если вы не хотите что-то писать такое подробное и детальное, не графоманить, как вот Тей говорит, пишите просто тезисы. Вот придумали что-то, написали там фразу, буквально три слова, чтобы у вас это отложилось в памяти. Потом, когда вы перечитаете это, вы вспомните. То есть это такая, знаете, якорь для памяти. То есть вы потом открыли блокнотик, ага, вот тут, там, я придумал то-то, то-то. И хорошо, если вы еще запишете дату и время, когда это было сделано, и что вас тогда окружало. То есть, не знаю, там, шел дождь, я ехал в маршрутке, там, не знаю, я был на работе, и там вот в процессе этого у меня пришла идея. Вот этими датами всеми, описаниями окружения вы освежите память. Потому что мозг у нас устроен так, что он запоминает не то, о чем вы думали, ну, не только то, о чем вы думали, а еще окружение. То есть, вспомнив окружение, вы вспомните то, что было с вами в тот момент. Кстати, так работает отчасти гипноз. Вот. Так что да, ну, книги «Мои лучшие друзья», в какой-то степени с вами согласен, действительно. Ну вот. Вопросики я, ребят, попозже, сейчас пока отвечать не буду. Теперь, что еще вот хочется сказать. Вроде бы я ничего не забыл. Сейчас свою шпагалочку открою, посмотрю. Ну да, в общем-то, это все, что я хотел сказать по развитию фантазии. Если вот есть вопросы по этой части, вот сейчас я готов почитать вас. Ну, давайте я сейчас дождусь ваших реплик в чате. Может быть, что-то интересное напишите, поделитесь каким-то, может быть, своим опытом. А дальше мы пойдем непосредственно к созданию миров и персонажей. Такие же советы людям, ученым, изобретателям. Кстати, да, серьезно, такие же советы. Ну вот, особенно что касательно тезисов.
И им, наверное, это больше важно, чем даже нам, творцам. Как правильно, на твое мнение, описывать персонажей? Я об этом сейчас все вам расскажу, вот, попозже немного. Сейчас пока вот есть вопросы именно по развитию фантазии, то есть вот по этой части. А если мысль приходит в ванной, можете воспользоваться диктофоном. В этом случае это нормально. То есть вы не стесняетесь пользоваться планшетом. Но, кстати, смотрите, я тут вот... Это вот личный мой опыт, не знаю, у кого-то может быть иначе. Я здесь не буду вам это советовать, я просто поделюсь своим опытом. Например, я запоминаю лучше то, что записано. То, что я написал своей рукой. То есть это запоминается очень надолго, очень сильно. И просто достаточно... Может быть, даже я этот листочек потерял, где я это записал. Но просто то, что я взял ручку и это записал, это откладывает что-то в памяти, серьезно. Ну вот, а если в случае ванны, ну не знаю, возьмите планшетик, диктофончик, я думаю, что вы не уроните его в ванну, если положите где-нибудь рядом и включите кнопку записи. Ну. А некоторые, кстати, современные писатели, они так и делают, то есть им приходит мысль где-то в дороге там или в такой, ну, не очень удобной ситуации, чтобы записать что-то ручкой. Они берут там диктофон и записывают это, а потом уже дома слушают и записывают уже непосредственно ручкой в тетрадку. Вот. А что, если не хватает фантазии на создание имен и названий? Вот это хороший вопрос. Здесь я советую обратиться к мифологии и просто воспользоваться Гуглом, набрать вам, например, там, старинные, не знаю, ирландские имена, славянские имена, японские имена, там, какие угодно имена, какой угодно страны, какого угодно периода, и начинайте их переделывать. Например, вот я скажу о своих персонажах. У меня есть персонаж, которого зовут Талхейн. Его имя произошло от ирландского имени Тельхиан. То есть, видите, я немножко переделал имя, вроде другое получилось, а все равно уже основа у него имени ирландского. Вот. Опять же, есть у меня персонаж Ксинг, его зовут. Имя китайское, но имя китайское, так имена, например, в китайском писать нельзя. Потому что Ксинг — это один из слогов, который является частью имени. Вот. И окончание у него К, а не Г. Вот. Вот видите, есть такие вот способы. В принципе, не стесняйтесь даже заимствовать имена из каких-то известных вам фэнтезийных произведений, там, не знаю, игр, если хотите. Ну, можете их немножко перековеркать. Взять, например, два имени. Там, не знаю, любые два имени, из них создать одно. И это будет нормально. А потом уже так вот несколько раз так сделаете, потом научитесь уже и придумывать на основе этого. То есть это нормально. Ну, так, что у нас тут? А если просыпаешься в 3 часа ночи, к тебе приходит вдохновение включать свет, записывать, потому что после снов вдохновение приходит реально порой настолько обалденное, что упускать его ни в коем случае нельзя. Особенно если вам что-то приснилось, сны вы помните в течение буквально 3-5 минут после пробуждения. 5 минут — это очень самый максимум, обычно там 2-3 минуты, все, вы уже половину забыли. Поэтому, если вам приснился, например, хороший сон, и вы хотите его использовать для творчества, прям сразу включаете свет, пишите, пока он еще в памяти остался. Сны очень быстро выветриваются. Что у нас там? Мое увлечение нет, к сожалению, никак не связано с своей работой, или даже к счастью, потому что если бы оно было связано с своей работой, это могло бы надоедать, наверное. Я ничего, если я использую компьютерные игры для получения фантазии. Абсолютно ничего. Вдохновляться можно чем угодно. Музыкой, играми, фильмами, книгами, не знаю, журнальными статьями, политической обстановкой в мире, если хотите, не знаю, там, вечерними новостями о криминальной сводке вашего города, прогулкой по, там, не знаю, ночной улице какой-нибудь, чем угодно. Я, например, будучи в Варкрафте, у нас там была ролевая гильдия, я создал сюжет, вдохновившись одной песней. Большой такой классный сюжет, всем понравилось, причем даже мне. Хотя я очень критичен к своим, как правило, творениям. Как ты придумал легенду о маках? Вот взял и придумал. О том, как, собственно, развивать фантазию, я сейчас и говорил непосредственно. А как ты относишься к плагиату? К плагиату отношусь очень плохо, но к заимствованиям я отношусь нормально. То есть, если вы аккуратно что-то заимствовали у кого-то другого, из какого-то другого произведения, это нормально. Не надо этого стесняться, особенно когда вы только начинаете что-то создавать. Это очень даже нормально. Не бойтесь мэрихьюшничать с персонажами там. Вначале это нормально, потом к вам придет уже, там, вы наберетесь опыта и начнете. Главное, только не перегибайте палку, то есть не надо
не знаю, создавать историю, полностью копируя историю из книги, например. А если вы возьмете какой-нибудь элемент, там, не знаю, случай, произошедший с главным героем какого-то рассказа, вы его интерпретируете для своего какого-то рассказа, и там, не знаю, немножко по-другому передадите, будет отлично. То есть не стесняйтесь, это для начала самое оно. Как я ищу вдохновение? Если мне оно нужно, я, как правило, вот музыку слушаю. Читаю. Даже музыка меня как-то больше вдохновляет, если я хочу именно его вот прямо... Вот, мне вот сейчас оно надо, я вот сейчас хочу прямо получить. То есть мне вот больше музыка дает. Кому что? Иногда прогулки, кстати. Хороший вопрос. А что, если из-за вдохновения уснуть не могу до 2 часов, а завтра в 6 вставать? Его можно как-нибудь усыпить? К сожалению, нет, потому что я страдаю порой такой же проблемой. Ничем не могу вам помочь. Если вы найдете способ, напишите мне об этом. Будет здорово. А тебе приходила ли какая-то идея во сне? На самом деле, да, приходила, и не раз. И каюсь, я часто ленился записать сон. И потом эти идеи забывал. Самое интересное со снами в том, что ты их можешь вспомнить спустя 2-3 года. Вот. А музыка — это наш друг Логан Эпиканто. Напишите, кстати, не знак Логан, и узнайте ссылочку, где можно послушать всю ему музыку. Ну ладненько, давайте приступим к следующей нашей части. Вот здесь я буду рассказывать уже углубленно о создании миров персонажей. С вашего позволения я схожу за чаем, сделаю небольшую паузу, буквально минуты две. Пока можете, не знаю, поговорить друг с другом, будет здорово. Я что-то читаю, если что. Ну что ж, давайте продолжим. Я, кстати, рекомендую всем тоже налить себе чайку, потому что сейчас уже разговор будет более долгий, более предметный. Прошу сейчас временно приостановить ваши вопросики, потому что я их все равно не прочту, а потом они в чате затеряются, будет сложно искать. Итак, с чего, собственно, начать придумывать? Вот вы вдруг решили. Вот я хочу, не знаю, для того, чтобы там водить ролевки, для того, чтобы развить свою фантазию, для того, чтобы в итоге начать писать, для того, чтобы делать классные сюжетные моды к какой-нибудь игре, например, к Скайриму. Не знаю, для того, чтобы сделать поводку в реале где-нибудь сыграть с друзьями.
или просто чтобы быть классным сказочником для своих детей и рассказывать красивейшие истории. Что для этого стоит сделать? Вот если вы хотите придумать свою сказку, свою вселенную, а вселенная от истории, в принципе, неделима, если эта история не из жизни, или история, там, не знаю, в нашем где-то мире, то для сказок нужно обладать фантазией, которая станет ключом. И вот чтобы начать, и уже имея некую фантазию, ну, я выделяю два способа создания сеттингов, создания миров, если хотите. Я им придумал такие для себя названия. Первый метод – это метод для опытных, для тех, кто уже умеет это делать. Я его называю «ветвистое древо». И о нем сегодня речь у нас не пойдет. А вот второй метод – это для новичков, который я называю «круги на воде». Именно так называется у нас первый выпуск наших «Творцов миров». И, собственно, о нем я сейчас и расскажу. Как вообще все происходит? В методе, который называется «Круги на воде», все начинается с персонажа, с героя. То есть с героя нашей истории. Он должен быть обязательно. Желательно для начала сделать его одного. То есть не надо вначале делать там ветвистый, нелинейный мегасюжет, где у вас там 8 главных героев, каждый из которых независимо развивается в одном и том же мире, как они еще там пересекаются. Нет. Вначале берите что-то простое. Берете одного героя. Какого-нибудь. Неважно какого. Вот. Я даже сейчас, наверное, попробую как-то это схематично, может быть, зарисовать. Для этих целей у меня есть небольшой пайнт. Вот, тут вот я заготовил, не знаю, пригодится он мне или нет, но будем считать, что пригодится. Вот. Ну, как-нибудь. Ну, давайте, вот, допустим, есть у нас некий герой, вот. Я... Сейчас вы увидите художество от мрака, кто-то же хотел, вот. Допустим, он у нас будет, не знаю, храбрым рыцарем, который защищает там кого-то от каких-то невзгод, от зла, от чего угодно. И вот здесь уже начинается самое интересное. Вот вы придумали, что это будет рыцарь, это будет храбрый герой, который защищает. И сразу у вас появляется вопрос, а кого он защищает? И отвечая на него, вы начинаете уже придумывать вселенную, потому что вот эти вопросы позволяют приоткрыть его окружение. То есть смотрите, он, допустим, защищает жителей своего королевства. Окей, значит, у нас есть какое-то королевство. И вы задаетесь дальше вопросом, а что это за королевство, кто им правит? То есть есть некий король, который правит каким-то там королевством, неважно, вот оно, допустим, где-то есть. А это королевство защищает наш рыцарь. Соответственно, король, он жестокий или он хороший? Опять же, отвечайте на эти вопросы, у вас уже создается какое-то мироустройство. Далее, если король у нас жестокий, то рыцарь, он, по идее, если он защищает людей от невзгод и бед, значит, он должен сражаться против этого короля. Тогда вопрос, где он родился, в этом королевстве или где-то вообще в другом месте, где-то в другом королевстве? Допустим, он родился в другом королевстве и является, не знаю, неким странствующим рыцарем, который пришел сюда, чтобы помочь людям. Вопрос, если он родился в другом королевстве, то где он родился, сколько ему лет, как он долго шел сюда? И вот, видите, уже появляется куча вопросов, и вы стараетесь их тоже записывать или хотя бы сразу на них отвечать. Таким образом, вы создадите картину мира вокруг этого рыцаря. Этот мир будет небольшой, маленький такой мирок, то есть вам не надо создавать сразу большую планету с кучей материков, с кучей, там, не знаю, спутников у этой планеты, на которых тоже что-то есть, там, планировать сразу, что есть еще другие планеты, миры, где тоже что-то есть. Нет. Значит, пускай это будет остров в море, вот самый идеальный сценарий, как я считаю. Большой островок в море, где есть небольшая деревушка. И в этой деревушке живет ваш герой-рыцарь, который как-то туда попал, или там даже, может быть, там родился. И который решил, там, не знаю, защищать всех. Вот у него цель такая. Ну вот. Далее. Этот герой, он, по идее, должен как-то выглядеть. Соответственно, мы здесь уже придумываем расу, опять же. Рекомендую начать с людей, потому что, когда вы придумываете другую расу, у другой расы должна быть какая-то у нее должна быть особенность. Не просто внешняя, а что-то должно ее отличать от людей. Поэтому начните с людей, прочувствуйте эту расу. Несмотря на то, что вы сами люди, не факт, что те люди, которые живут вот в том маленьком королевстве, на том маленьком островке, они такие же, как вы. У них совершенно может быть другой быт. Во-первых, например, они живут в Средневековье, а там еще добавляется магия, поскольку это у нас, например, фэнтези. И там, например, вместе с людьми живут какие-нибудь духи. Или там, не знаю, маленькие разумные существа типа фей. Вот. И это уже дает какой-то колорит.
Собственно, что делать после того, как вы придумывали вот такое вот окружение? То есть вы ответили на вопрос, откуда рыцарь, сколько ему лет, там, не знаю, кто его родители, где он вырос, где он живет. Ответили на вопросы, там, кому он служит или не служит, или он сам по себе. И здесь нужно начать придумывать персонажей, других персонажей, которые проведут нашего рыцаря по истории. Вот, допустим, у нас есть злой король. Он реально там злой, вот такой могучий злой король, не знаю, который ненавидит всех. Вот. Как-нибудь вот там. Вот такой у нас будет злой король, который очень ненавидит вот этого рыцаря. И он хочет его убить. И это, допустим, у нас является главным злодеем. Вот он будет являться главным злодеем. Вначале, когда вы создаете первую историю, пускай это будет классическая история по канонам. Есть главный герой, есть главный злодей, и больше ничего как бы вас не ограничивает. То есть не надо, опять же, вначале мудрить очень сильно, что там, может быть, этот король в итоге окажется хорошим, и на самом деле он там служит. Как вот в аниме это любят делать авторы, то есть когда в аниме появляется некий злодей, в итоге он оказывается не злодеем, а наоборот хорошим человеком, а злодей на самом деле его и нет, и там на самом деле все произошло чуть ли не по вине главного героя. Нет, вначале придумайте что-то простое, пускай у вас будет простая, но красивая сказка. Вот просто самая линейная история, самая простая, его рыцарь и злом короле. Вот просто вот она, вот, я не знаю, что-нибудь вот такое, банальное просто. И далее, как я говорил, нужны персонажи. Вот мы создали главного злодея. У этого главного злодея, допустим, есть некий тоже рыцарь, но он темный рыцарь, который ему служит и который, не знаю, допустим, по классическим канонам является братом вот этого нашего рыцаря. Или, нет, другом старым там. Или, да хоть отцом. Вот, Люк, я твой отец, да. Это известный штамм, а, между прочим, работает даже до сих пор во многих историях. Вот, он сражается с этим рыцарем. Далее, у этого короля, опять же, может быть какая-то армия. А вот этому нашему персонажу может помогать кто угодно. Допустим, у него есть там друг, которого зовут Вася, который является, не знаю, там, пекарем в местной там булочной, в которую ходит наш рыцарь. И оказывается так, что, не знаю, вот этот наш темный рыцарь решает этого пекаря похитить, чтобы выведать там вот о нашем светлом рыцаре информацию. Видите, у вас уже в голове рождается сюжет. Я сейчас все придумываю на ходу, если что. То есть это все рождает. Видите, у нас уже получилась история, что есть рыцарь, есть злой король, есть у него слуга, темный рыцарь, который решил найти светлого рыцаря, который, допустим, открыто не действует, потому что он боится, что его поймает. Он, например, там старается защищать как некий супергерой, но при этом сражается, допустим, там, в маске или, не знаю, там, в глухом шлеме, чтобы не видно было его лица, и никто не знает, кто он. И вот, значит, вот этот темный рыцарь узнает, допустим, из слухов через местную, допустим, гильдию воров, почему бы нет. То есть у нас некая гильдия воров, в которой там не работает ни на кого, и вот он решает узнать отсюда информацию об этом рыцаре. И там ему говорят, что мы там когда-то видели на улице какой-то нищий, там сидевший у какого-то столбика, видел, что когда-то давно у нас вот этот вот булочник Федя встречался с тем самым рыцарем, который там, не знаю, в тот момент там защищал какую-то девушку от каких-то там, не знаю, злых солдат этого же короля. Вот. И, соответственно, рыцарь решает похитить этого нашего булочника. В итоге, естественно, наш герой спешит на помощь. И попадает, допустим, не знаю, ну, он, сломя голову, мчится, там, не знаю, к замку королю, потому что похитили его друга, он переживает за него, у него там, он не думая, лобится прямо на главные ворота, его там хватают, и он оказывается в темнице, допустим, вот. А он сидит там, не знаю, ему назначили на завтра казнь, и оказывается, что там же, в этой же темнице, сидит там, не знаю, какой-нибудь воришка мелкий, который хочет сбежать, и тут оказывается рыцарь, который может ему чем-то помочь. Например, не знаю, там, он находится в такой удобной камере, которой там очень удобно, например, что-то достать. Не знаю, банально они могут там, не знаю, выломать решетку, используя палочку какую-то найденную где-нибудь там, отломанную от кровати, от подстилки, не знаю, что-нибудь такое, и выкрутить решетку, используя там свою одежду, если, конечно, она осталась. Ну, тут можете проявить свою фантазию. Далее, допустим, этот воришка помогает нашему рыцарю сбежать. Потом этот рыцарь начинает собирать отряд для того, чтобы спасти своего там друга из беды. Вот. В этом отряде может оказаться какой-нибудь там его, опять же, хороший там брат, которого он позовет из того самого королевства, ну вот, который придет на помощь, там, потому что, ну, брат же в беде. В общем. А может и воровка, кстати, хорошая идея. Почему бы не сделать. Кстати, вот, смотрите, вы мне уже подали хорошую идею. В темнице оказывается воровка, которая из-за того, что живется в королевстве плохо, пошла по темной дорожке. Она вынуждена была пойти по ней. А вот в рыцаре она видит идеал, там, не знаю, доблести, справедливости того, кого она всегда хотела увидеть в своей жизни.
не знаю, кого она потенциально, может быть, даже любила, и она, допустим, влюбляется в этого нашего рыцаря, решает, что, блин, она раньше жила неправильно, и что вот как надо жить-то, и надо было вместе с ним бороться с тем самым злым королем. И, допустим, она к нему присоединяется, она, поскольку имеет связи в этой самой гильдии воров, она приходит к ним, объясняет, что, блин, давайте дружно все сейчас свергнем этого короля, потому что гильдия воров тоже от него пострадала. Например, король их там постоянно шантажирует и держит под своей пятой, чтобы они ему там только добывали информацию. В итоге все королевство объединяется против вот этого вот злого короля, они там идут на штурм замка, рыцарь в пафосном поединке побеждает вот этого вот злого рыцаря, причем он его, допустим, убивает, а милует, а темный рыцарь в итоге, не знаю, оказывается, что он, допустим, служил королю, потому что у него кодекс чести, и он просто должен ему служить, потому что так ему завещал, например, отец или что-то такое. В общем, он его щадит, и в итоге они вместе приходят к королю, и, ну, в общем, вы тут можете дальше придумать как угодно. Вот видите, у нас уже родилась история. Небольшая история. И вот так работает метод кругов на воде. В чем он, собственно, заключался? Я сейчас попытаюсь объяснить это более наглядно, что ли. Сейчас, секундочку, я тут уберу лишнее, чтобы нам не мешалось это все. Вот мы создали героя, рыцаря, вот он. Когда мы начали задавать вопросы о его прошлом, о том, кто его окружает, о том, где он вырос, это все расходится, вот как раз круги на воде. И чем они дальше расходятся, тем больше появляется деталей. Все больше и больше и больше. В итоге у вас мир банальный, маленький какой-то клочок земли в каком-то королевстве может на такую огромную вселенную разродиться из этого всего, что вы сами этого не заметите. Причем времени на это надо немного. Как правило, продумать базовые какие-то моменты хватает часа-двух. Потому что на вопросы на эти вы будете отвечать довольно легко. Пускай вначале история будет простая, не стесняйтесь, создайте вначале простую и красивую историю. Пускай, и знаете, самый главный момент, вам нужно будет эту историю кому-то рассказать, кому угодно, просто, ну, не знаю, даже не интересующимся этому другу, да хоть учителю даже. Не знаю, вот если кто-то учится в школе, подойдите, не стесняйтесь к учителю русского литературы, слушайте, я тут придумал вот такую-то историю, вот как вам там, не знаю, сказку такую я придумал, но... Пускай там она вас слышит, потратьте на это 5 минут каких-то там, вот что-то просто, или, я не знаю, или напишите ее просто, дайте кому-то почитать, в конце концов. Когда вы придумаете одну историю, вам захочется придумать что-то еще, и так пойдет по накатанной. Вот так работает, собственно, метод кругов на воде. Вот, сейчас, собственно, я готов почитать ваши вопросики. Давайте я вот сейчас отвлекусь от своего рассказа, я чат начитал, вот, и непосредственно отвечаю. Фух, я даже что-то сам увлекся своим же собственным рассказом, у меня в голове до сих пор летают идеи о том, во что могла вылиться эта история с рыцарем. Не, почему-то не знаю, я думаю, что, может быть, даже где-то ее использую, вот эти все задумки, которые сейчас появились. Вот, а мои опыты сочетала наша математичка, ну вот видите, уже неплохо, Айона, значит, вы нашли хотя бы кого-то. То есть не стесняйтесь, можете родителям рассказать, пойти там, да кому угодно, это неплохо. Да, я действительно вкладываю душу, потому что у меня вот есть одна проблема, я начинаю что-то рассказывать, бывает так, что мои мысли уходят далеко вперед от моих слов. То есть я уже это мысленно проговорил, а голос у меня еще это проговаривает. Бывает такое. И поэтому я начинаю торопиться и запинаться иногда. Ну ничего, вот этот подкаст в том числе, вы что думаете, я его создал только для вас? Нет, я еще создал его еще и для себя, чтобы научиться лучше, не знаю, передавать свои мысли, может быть, лучше делиться опытом, лучше рассказывать в конце концов. А если это мой мир рисованный, то эти все правила сработают? Да, сработают. Почему нет? То есть, если вы рисуете комикс, это что же история? Он может... Реально, вы можете вообще даже не записывать. Может быть, это у вас мир для, не знаю, для мода в Майнкрафте. Или для... Там, не знаю, для простой игры в двое с друзьями. То есть, вот смотрите, вы решили, например, поиграть с друзьями, там, не знаю... В какую-нибудь там, не знаю, да в казаков-разбойников. Придумайте интересный лор к этому. Почему бы нет? Придумайте, что на самом деле это не казаки-разбойники, а, например, там, не знаю, вы убегаете от какой-нибудь злобной нежити, которая хочет вас там поработить и поглотить вашу душу. И сделайте там, введите механику, что если нежить поглощает вашу душу, этот человек сам становится нежитью и присоединяется к ним, не знаю, там. Вы можете, знаете, то, что развить это реально, это бесконечно, можно так вот. Можно самую банальную какую-то детскую игру развить во что-то гениальное.
Пророк 733. Ну, это уж частный случай, вы тут описали, когда вы идете по улице, вам некому выговорить это, и встречаете трегопников. А прикиньте, если вы их закроете интеллектом, они такие: «Вау, слушай, ну ты голова». А можно с главным героем будет второй, который присоединится к нему по другому сценарию. А вот тут, видите, уже вы усложняете себе. Сделайте сначала что-нибудь простое. То есть не стремитесь сразу сделать там мега что-то эпичное там. Вот если вы сделаете просто какого-то одного геройчика, который просто пойдет сам по себе, у него, допустим, есть соратники, есть помощники, вот как в нашем случае с этой воровкой, которая в итоге в него влюбляется и помогает ему там, и меняет вообще всю свою жизнь, и оказывает влияние на гильдию воров, которая присоединяется к нашему рыцарю. В общем, вот так вы можете сделать в рамках одной истории. А если вы сделаете две истории, там, друг с другом, связанные, там, не знаю... Это вам пока не нужно. Об этом мы поговорим в следующих выпусках. Как их связывать между собой. Зовут меня Александр, если кому-то интересно. Это я активно спрашивают. А, вопрос. Как правильно писать окружение, действия, характер для сюжета, в котором будут участвовать уже существующие персонажи? А, хороший вопрос. По поводу характера сначала у персонажа. Сначала продумайте его внешность. Вам это немножко поможет. Просто подумайте, как он выглядит. Вот просто представьте его. Вот так он, допустим, выглядит. Он, допустим, с бородой. Вот. После этого начинайте отвечать на вопросы о его прошлом. То есть, когда вы придумываете прошлое герою, вы невольно создаете его характер. Потому что характер, в том числе, складывается из воспитания и из жизненного опыта. То есть, допустим, ваш герой вырос в трущобах. Соответственно, он вынужден был искать себе средства на пропитание с самого детства. Значит, он привык к трудностям. Соответственно, у него есть некая закалка, значит, он не побоится, например, не знаю, пойти в мрачный квартал и спросить там у каких-то нищих, ну, что-нибудь, там, информация, допустим, ему нужна. Или, например, ваш герой вырос там в какой-нибудь благородной семье, его там холили, лелеяли с детства, он, не знаю, там, первый раз сходил в город в возрасте 25 лет, а до этого он там жил только в поместье и гулял на его территории. Такая, знаете, неженка, которая никуда вообще в жизни не выходила. В общем, как-то так. И это уже окажет влияние на характер. Далее продумайте его окружение. То есть, кто был его отец, кто была его мать, кто был ее там братья и сестры. Например, его отец был строгий. Он там его, не знаю, учил с детства владеть мечом. И он там не прощал ему ошибок, он его там порол за это очень сильно. Это тоже окажет влияние на характер. Вот. А далее попробуйте ответить на вопрос, какие могут быть у него увлечения. Вот, допустим, это у нас, там, не знаю, вельмож из благородной семьи. Чем он увлекается? Например, он любит играть в шахматы. Значит, он умный в какой-то степени. То есть он не дурак, если он играет в шахматы. И значит, это, опять же, окажет на его влияние. Вместе с этими вопросами вы при этом создаете его же окружение. То есть отвечая на ваш вопрос. Но вот так, собственно, и создается. Далее, сейчас я посчитаю, что тут у нас еще по вопросикам есть. Мурак, у меня есть проблема. Каждый мой мир со временем становится недописанным, а это чувство, но вернется к ним не могу. Что делать? На самом деле, проблема, с которой я тоже сталкивался в свое время. Вы, наверное, слишком многого хотите от своих миров. Вы их делаете слишком сложными. Вы слишком далеко уходите. Вы, наверное, стараетесь у этих миров прописывать там какие-нибудь тысячи лет истории. Не надо этого делать. Придумайте что-то простое. Придумайте, не знаю, одно королевство. Неважно, где оно находится, неважно, на каком материке оно находится, неважно, в каком мире, но пока эти вопросы вас не волнуют. Есть одно королевство, все. В нем есть один город. И вас не интересует даже, что за этим городом находится. Вся действие происходит в этом городе. Вот. И придумайте это. А потом уже там потихоньку будете детали, например, добавлять. Я вот здесь скажу о Всемире. Всемире же придумано мною на основе моего старого труда. Я раньше придумывал некий фэнтези-сеттинг, который назывался «Далеко не Всемире», и у него вообще не было названия толком. И он был несколько другим. И он до сих пор, как вы видите, не доделан. И... Ну и что, он не доделан, но его продолжают делать. Я даже больше скажу, у многих писателей, на практически у всех, их вселенные до конца не доделаны, потому что они всегда нацелены на то, чтобы что-то в будущем там придумать. Так, что у нас? А как правильно это писать окружение действий, это я только что рассказал. Далее. Мрак, я в детстве истории в Пайнте рисовал и играл на нем же. А потом перешел на Warcraft 3 из серии Сэм. Необычно. Хочу писать, но уже в кровати, все спят. Ну, не знаю.
можете, даже я не знаю, что вам посоветовать-то на самом деле, если вокруг вас все спят, и вы не хотите их будить, вот тут действительно сложно. И диктофончиком тут не вас... Ну, единственное, можно встать, пойти на кухню, там включить свет, что-нибудь написать. Так, вопрос. Если я создал три мира сразу, это тоже круги на воде? Нет, это не круги на воде, это то самое ветвистое древо. Но вопрос в том, а вы действительно создали три мира сразу? Или это пустушки, а не миры? То есть, вот смотрите, у вас в этих мирах есть действующие лица, какие-то важные персонажи с характерами, там вы продумали им историю и прочее. У вас это все прописано, или есть просто некие миры, на которых там что-то происходит? Я, например, знаю пример такого творчества, когда человек придумывает, например, мир, например, придумывает какие-то расы в этом мире, какие-то законы, по которым эти расы живут, и все. И он вот такой вот остается в такой стагнации. То есть, там нет ни историй знаковых, там нет ни героев, ни каких-то злодеев, там нет ни... известных личностей, ничего такого, что выделил этот мир. И в итоге получается такая, знаете, вот как фотография. То есть застывший где-то в пространстве, в недвижимости мир, во времени застывший, все. Вот. Надеюсь, что у вас не так. Мрак должен сделать что-то простое, а в голову лезет куча всего, что хочется добавить в свой мир. Ну, тут ограничивайте себя. Не надо сразу стараться что-то сложное сделать. Что-то у нас еще по вопросикам. А что если фантазировать не вокруг персонажа, а вокруг тезиса или предмета? Тоже как вариант, кстати говоря, вот хорошую вы сейчас идею подали. Это, в какой-то степени это можно тоже отнести к кругам на воде. Например, давайте вот сейчас я приведу пример, как я это один раз делал. Допустим, у нас есть не герой, у нас есть проклятый клинок. Какой-то меч. Который когда-то давно, неважно, кто его проклял, неважно, что там, когда это было, просто существует некий меч. Он лежит в гробнице, то есть он лежит в какой-то гробнице, где-то которая находится. Это проклятие, допустим, оно заставляет вас, не знаю, там, видеть, ну, делает вас параноиком. Вы начинаете видеть во всех предателей. То есть, знаете, как в «Дьявол с Леориком» было, например, что-то вот подобное. Ну. И однажды в этот склеп приходит, не знаю, давайте нестандартно что-нибудь возьмем. Например, туда приходят исследователи из местной академии. То есть не какие-то восхитители гробниц. Вот пришла группа исследователей. Допустим, их было X3, трое. Вот. Они пришли, и один из этих троих, первый, он берет этот меч. И, как бы, проклятие, допустим, вначале не действует на него. И он у нас, вот этот первый, становится главным героем. Вот так мы приходим к герою. То есть, в итоге, вроде бы, мы начали создавать не с героя, а, допустим, с проклятого клинка. Но, благодаря этому клинку, вот этому клинку, у нас появился главный герой, который, в итоге, поведет сюжет. Например, он подумает, что его предал некий там его учитель. Он пойдет и убьет его. Ему решат отомстить. За ним начнет охотиться, не знаю, да хоть полиция. Вот, там, не знаю, охрана местного там правителя, опять же. Он начнет от них бегать и видеть вообще во всех своих друзьях предателей. В итоге появится некий новый персонаж, который решит от этого его избавить. Ну и дальше уже даже можете дальше думать. Я просто не буду сейчас уже дальше продумывать. Вот, пожалуйста, вам как пример. Хороший был вопрос, спасибо большое. А вопрос, у меня получается персонаж сюжет, но в течение сюжета он теряет свой характер. С этим можно как-то справиться? Да, с этим можно как-то справиться. Смотрите, во-первых, подумайте, надо ли вам с этим справляться. Может быть, на него оказывают влияние те события, которые с ним происходят, и он действительно меняет свой характер. Например, тот самый вот рыцарь из нашей истории, первой истории. Он может в итоге потерять всех своих близких и любимых, стать, там, не знаю, очень злым на всех. Обозлится вообще на весь мир, возьмет, не знаю, станет каким-нибудь просто банальным убийцей и пойдет просто, будет видеть во всех зло и скатится вообще до, не знаю, там, до самых темных уголков своего сознания, если хотите. Это во-первых. А во-вторых, если персонаж действительно теряет характер, то есть, знаете, это я вот это называю, он раскалывается, рассыпается на кусочки, то есть они начинают от него отлетать, бывает такое. То есть, когда история очень динамичная, героя там не видно. Здесь помогает, что возьмите, вот, допустим, сейчас вот у вас история, что-то, не знаю, активное происходит. Вот, допустим, идет битва, там, с каким-то, там, противником. Поставьте на паузу и возьмите блокнот и ручку и подумайте, а о чем сейчас может думать этот герой?
Просто вот, в данный момент, вот, когда он прям вот, сейчас замахивается клинком или пытается отбить атаку, о чем он в этот момент думает? Что он может вспомнить перед этой битвой? Как бы, о чем он будет думать, если победит? И вот эти вопросы помогут вам вернуть облик персонажа. То есть он как бы посредством вас вспомнит и прошлое, он вспомнит, кто он. Ну, в общем, таким образом вы сможете себе помочь. Вопрос. Семирис, ты создавал кругами на воде? Нет, я его создавал другим методом. Вот о нем я расскажу вам в следующем выпуске «Творцов миров». Вопрос. А что если фантазировать не вокруг персонажа, а вокруг... ну вот, это вот тот самый вопрос, о котором я сейчас говорил. Что у нас еще что-то? Можно сделать так. Писать одну историю, встретиться с ГГ и с другим героем и закончить историю. Даже писать от лица нового героя от начала до встречи и чуть далее, и опять по кругу. В конце, в какой-то степени, да. Но тут уже некий опыт нужен. То есть все с этим сразу так не справятся. Понимаете, сложно переключиться сразу на что-то такое другое. Вот, особенно другого персонажа. Когда вы придумываете персонажа, особенно так подробно, вы, не знаю, вы в него вкладываете часть себя. И... вам сложно будет с ним расстаться. Например, вот этот мой персонаж нынешний во всемире, который мрак, в нем очень много от моего персонажа в Варкрафте. А в свою очередь в нем много там из других моих старых персонажей. То есть это нормально. Мрак, а как лучше начинать историю, если она начинается в космосе? Очень хороший вопрос, потому что истории, которые делаются в жанре научной фантастики, там немножко чуть сложнее. Я, вот лично мой опыт, я рекомендую вам посмотреть Mass Effect. Как пример. Начните с корабля. Вот у вас есть персонаж, и он либо капитан этого корабля, либо он там служит на этом корабле обычным, там, не знаю, техником местным. Он там, не знаю, просто... По корабле Земли, банально, да, то есть у вас, допустим, есть некая Земля будущего. Не задавайте себе вопросы вначале, там, что на этой Земле, как она там, просто знайте, что там будущее, там, какого-то там 3200 какого-нибудь года, там, не знаю, ну, это я из головы сейчас взял дату. И есть корабль, и он куда-то летит. Ну, и вот начинайте придумывать от этого. Я вот как-то космооперу вижу так. Ну, это мой личный взгляд, я могу здесь быть неправым или ошибиться, на самом деле. Потому что мне ближе фэнтези, тут я не могу как бы советовать, но я бы вот начал с корабля, с космического. Ну, или со станции космической, не с планеты, именно вот что важно, не с планеты, потому что с космосом тут сложнее, потому что там планета должна быть описана подробнее, потому что если у нас имеется некая галактика большая, в которой много разных народов, там не так все просто, с кораблем будет проще. Например, вот смотрите, пример вам космической хорошей истории, Star Trek Next Generation, там был космический корабль, который исследовал космос. А он поразил вообще неизведанные просторы галактики, условно говоря, да? И открывал новые миры, новые народы и так далее. Вот это вполне себе хороший пример. Что у нас там? Что делать, если не можешь придумать финал? Вспомните о целях персонажа. Какие цели ставит ваш персонаж перед собой? Что, чего он хочет добиться? И вот когда он добьется этого, тогда вы получите финал. Вот. Так, музычку чуть потише, хорошо. Давайте вот так сделаем. Что у нас еще? Что-то мне вспомнилось правило трех единств. Единство времени, единство места, единство действия. Правильное правило. Рекомендую погуглить на эту тему, на самом деле. Хорошая тема. Так. Я так увлекся своим «всемирием», в кавычках, что у меня уже получилось около 10 игр и овер 9000 рассказов. Ну, не увлекайтесь так. Лучше сосредоточиться на истории. Мрак, как быть с роялями в кустах? Их нужно правильно использовать. В них плохого ничего нету. Если вы их используете правильно... Вот, например, в нашей прошлой истории роялями в кустах мог являться брат, внезапно приехавший из соседнего королевства. Брат рыцаря, там, друг рыцаря, который приехал с этим... Вот он внезапно взял, приехал. Вот, все. Главное с ними не переусердствовать. То есть их не должно быть много, они должны быть очень хорошо вписаны в сеттинг и появляться в нужный момент. Именно так. Так, что у нас тут еще по вопросикам? Да, древо будет в следующем стриме. Повторю, вот Семирия как раз создавал методом ветвистого древа. Это уже, я повторю, что этот метод не для начинающих. Если вы только начинаете, не пытайтесь, вот я в следующий вот стоим пройдет у нас, он, наверное, будет достаточно скоро, и вот я сразу предостерегу вас, не пытайтесь следовать тому методу. Я просто вас с ним ознакомлю. Вопрос, что насчет окружения, создавая его на основе реальной истории, либо
альт-истории? Хороший вопрос. Если альт-история, там все то, что я сейчас говорил, там все это верно. Потому что альтернативная история, она позволяет придумать вам, опять же, свое королевство. Вы можете на Земле в качестве альтернативной истории придумать свое государство. А вот если вы создаете сюжет в нашей истории, допустим, даже в наше время, даже в вашем городе, здесь, во-первых, источником вашего вдохновения, я считаю, что должны являться места и знаковые события, которые произошли вокруг вас, ну, в вашем городе, хотя бы там не вокруг вас, а где-то рядом с вами, например. Ну, вот. И здесь вам будет проще, на самом деле, потому что вам не придется думать о, не знаю, там, о том, а вот, блин, вот как вот называется вот та улица, которая проходит от там, не знаю, от замка короля. У вас уже и все есть, вот прямо вот здесь вот. И тут вам поможет история, книги по истории, географические карты, учебники разнообразные, там, не знаю. Вообще, кстати, здесь хорошую тему я вот вспомнил, об этом, наверное, надо сказать, если вы хотите действительно придумать красивую историю про того же рыцаря, не грех сладить в исторические книги, не грех почитать мифологию, не грех, например, узнать, а как, собственно, ковались рыцарские доспехи, и так ли их легко было, например, носить, и, не знаю, там, а из чего они ковались в тот момент, как жили, например, люди в средние века, в раннем средневековье, там, в позднем средневековье, на чем ездили, там, не знаю, они между двумя там городами, вот, как они вообще преодолевали расстояние, там, какие были на то время налоги, как жилось крестьянам, все это можете, вот историю вообще полезно читать, на самом деле. Просто она вам позволит более точно описать все. Только здесь главное не переусердствовать. Вы делаете сказку. И вы делаете, допустим, в нашем случае с рыцарем, это волшебная сказка, а поскольку она волшебная, там, возможно, многое. Вот. Так, что у нас тут еще по вопросикам? Пока вопросов больше... вот. Мрак, а если мы приведем историю ГГ еще из другого персонажа? А зачем? Вам тогда придется еще одну историю придумывать. Если вы, например, придумали историю про того же рыцаря, а потом хотите рассказать историю, например, того темного рыцаря, который служил королю, вот тут да, то есть это уже будет новая история. В принципе, за основу можете использовать свои старые труды, и это будет рост. То есть, таким образом, вы как бы будете расти сами над собой. То есть, ваша каждая последующая история, она будет интереснее предыдущей. Вот. На самом деле, тут есть одна проблемка, с которой я сталкивался. Вот ты когда уже там, спустя год-два после опыта создания там каких-то историй, сеттингов, читаешь свои первые труды, и хочется выкинуть вообще и забыть про них. Но этого делать не надо. Это все-таки ваш опыт, несмотря на то, что он был смешной, корявый, некрасивый. Не надо его забывать. Он вам еще пригодится. Там могут быть какие-то идеи, которые вы, например, не успели тогда реализовать или не смогли. Но можете сейчас. Вот. И иногда их полезно вспомнить. Так. Мрак, как быть с пустыми местами? Так, сейчас, секунду, чатик, я верну. С пустыми местами, когда другие участники бегут перед рассказчиком. Например, готова одна стартовая деревня, NPC-пустышки. Карта автор-то знает, как должен завязываться конкретный сюжет. А товарищи игроки случайно вскрывают историю и получают вакуум. Ну, практически на ходу приходится думать сюжет. Выходит не очень. Ну... это уже немножко в другую тему затрагиваем. Если вы делаете динамичную историю, то есть вы, так я понимаю, наверное, вводите какой-то сюжет, то есть у вас какая-то там, не знаю, поводочка в какой-то системе ролевой, или, может быть, бессистемная поводка. Здесь вам нужен банальный опыт. Например, 2-3 года назад я бы, например, не смог на ходу придумывать. Сейчас могу. Вот сейчас в таких случаях я могу придумать. Могу посоветовать, заготовьте себе какие-то базовые тезисы. То есть, когда вы придумайте основу истории, в которой будут играть игроки. Попробуйте себе написать где-то в уголке, что, например, за деревней у нас лес. За лесом море. Там, не знаю, в лесу водятся волки. Что-то такое банальное, да, мелочи такие. Они вам, по крайней мере, какую-то основу позволят сделать, на которую вы можете опираться и уже хотя бы, ну, хоть как-то придумать. Тут банальный опыт, ребят. Ну, вот, нужен опыт. А может заменой главных героев быть поколение главных героев, если это требует хронологические рамки события? Может, если у вас есть опыт, но если вы начинающий, то не надо вам придумывать их поколение. Это, считайте, про каждого героя вы должны придумать отдельную историю, хотя бы маленькую, каждый персонаж, если это не какой-то NPC, там, типа, стражник у ворот или что-то вроде того, там историю, естественно, продумывать не надо. Но если это, например, отец персонажа и дед персонажа, то они кем-то должны быть, они не должны быть пустышками. И вам, соответственно, придется про них придумать какую-то хотя бы зачаточную историю. И это, ну, там, не знаю,
ну, отнимет от вас время. То есть вы хотите сделать целую хронологию, несколько историй. Лучше сначала одну придумайте, потом вторую, третью. И вот, например, третья история будет основываться на двух предыдущих. Вполне себе. Так, что у нас там? Да, читаешь, что старый, пытаешься разбить свое лицо в стену. Бывает такое, пасти, на самом деле. Мра, как избавиться от логических дыр? Задавать себе логические вопросы. То есть они у вас будут. И если вы придумываете фэнтези-вселенную, то там проще, там можно что-то объяснить магии. Если вы придумываете космос, там космооперу, там можно что-то объяснить высокими технологиями, которые у нас нет. Но если вы придумываете историю в нашем реальном мире, там, там вам должно, должно помочь ваше же окружение, история. То есть вы должны просто, не знаю, там, посмотреть, а что бы было вот в этом месте. Вот, просто отвечать. Я, может быть, неправильно вас понял, вы что-то другое имели в виду, напишите подробнее. Вот, и Суил. Так, в ходе моей фантазии началась война двух религиозных гигантов. Условно, души... ну, хорошо, не знаю, кого сделать победителем. Как решить подобный конфуз? Бывает такое, на самом деле. Бывает такое, что у вас есть, например, два любимых ваших героя, и вы никак не можете ничего с этим сделать. Берете дайс, ролл 20, ролл 6, неважно, кидаете его и получаете ответ. В таких случаях только так. Потому что если у вас есть два абсолютно одинаково любимых героя, тут решается только роллом, никак иначе. Или можете... Ну, есть еще один, конечно, вариант, но мне он не очень нравится, но его некоторые используют. Можете пойти к другу и просто описать им двух персонажей, спросить, какой тебе больше нравится. И вот, исходя из его ответа, выберите себе. Ну, как-то так. Мне больше нравится идея с дайсом. Это, кстати, вас еще и учит. Это опыт вам дает некоторые. Потому что вы не знаете, что вас самих ждет в итоге. Так, что у нас еще? Вопрос. А что, если будет последовательное... А что, если ГГ будет последовательным легендарных героев, из-за которых он и стал ГГ? Да, почему бы нет? Вот, например, наш рыцарь может являться членом какого-то там старого ордена, или, например, не членом ордена, а, например, его отец был там членом рыцарского ордена, который служил предыдущему королю, который был на самом деле хорошим, а вот его сын, который сейчас правит, он стал плохим. И вот как бы сын, он чтит завет отца, там, не знаю, он был так воспитан. Это вполне нормально. Чего? Это уже такие, знаете, это вопросы истории, они не... Ну, как правильно здесь сказать, не знаю даже. Они не относятся к созданию сеттингов, они относятся именно к вашей фантазии. Мрак, есть такая большая проблема. Мрак, игроки постоянно придумывают имбовых персонажей. Что делать? Гнать метлой, использовать ДНД или что-то другое не хочется. Ну, на самом деле, гнать метлой. Потому что... Смотрите, я вот сейчас, это хорошая тема, я, наверное, давайте вопросики сейчас оставим, я под конец, сейчас уже пора заканчивать, на самом деле, я думаю, я просто рассчитываю, что данные стоим у нас будут часовыми примерно. Вот, допустим, вы создали историю, люди придумывали имбовых героев, а вы думаете, почему они придумывали? Они придумали не потому, что хотят вжиться в эту историю, они хотят изначально быть победителем в этой истории. Если... человек хочет участвовать в истории, он не придумывает имбового персонажа. Он как бы и мысли по-другому работают. Если вы хотите быть победителем, да, вы создаете имбового персонажа. Изначально, как бы вы себя не оправдывали при этом, как бы вы там не хотели себе сказать, да нет, на самом деле там моя имбовость — это последствия там каких-то, не знаю, там моих там старых наработок, которые там, это все неправда. Вот. Если вы хотите вжиться в историю, вы должны уважать того, кто эту историю создал. И тогда вы должны придумать такого персонажа, который идеально впишется в эту историю. Он может быть сильным, например, он сильный маг, но при этом этот маг, например, не использует часто свою силу. Это нормально, то есть тут просто это банальное уважение к автору истории. Если изначально создается очень небывый персонаж, это очень бросается в глаза, значит, персонаж просто сразу хочет стать победителем над всем. Он не хочет вкладываться в проработку там глубокой истории персонажа, не хочет, не знаю, там что-то получить от непосредственно отыгрыша, узнать что-то о мире. Нет, он хочет быть победителем. Я еще раз повторю, он может как угодно это оправдывать, но это так. Это я уже наблюдал не раз. Увы, ах. Вот тут уже спрашивают, что делать, если персонаж получается имбой. Вот это вот и делать как раз. Если же у вас просто в вашей истории, которую вы создаете для себя, персонаж получился имбой, ну, попробуйте что-то подумать так, чтобы он не был. Создайте ему врага, который тоже будет имбой. Вот.
Мрак, как правильно описывать, когда ГГ собирает команду? Постепенно. Вот если вы только начинаете это делать, лучше пускай он команду собирает постепенно. То есть так, как, например, в том же Reinternize 2 или там в Pillars of Eternity герой получает своих компаньонов. Они же не все сразу к нему присоединяются. Он одного там встретил, он в таверне. Второго он встретил, там, не знаю, где-нибудь в поле. Третьего он спас жизнь, там. Четвертое в него влюбилось, как угодно. И постепенно, то есть сначала одного, потом второго, потом третьего, и так в итоге складывается партия. Это, кстати, очень красивый прием, мне он очень безумно просто очень нравится, и позволяет продумать не только главного героя, а еще тех, кто его окружает более подробно. В нашей сюжетке Мрак и Люк далеко не имбы, извините, они банальные ученики какой-то там академии, в которой не доучились. Заклинание имба, мне это нравится. А почему вы решили, что Мрак с Люком имбы? Если бы они были имбами, они бы давно Хароны победили. Серьезно. А так они даже, извините, Лорд Рейвен не могли победить, хотя он не маг. Извините меня. Какие уж они имбы тут. Что у нас тут еще есть по вопросикам? Так, Марк, а как свести персонажей в поводке? Ведь все хотят играть сразу, а не ждать другого. В таверне совет такой хороший. Пускай ваши персонажи, все вот, кто хотят участвовать в поводке, они найдут повод для своих персонажей, сами его придумывают, прийти в таверну. Ну, или в качестве таверны можете использовать, не знаю, там, выдыхать бордель, что хотите. Некое, то есть, общественное место, куда герои так или иначе забредут. А уж дальше ваше дело как мастера придумать ситуацию, которая заставит ваших игроков действовать сообща. Вот, это уже сугубо от вас уже начнет зависеть. Так, ну давайте будем потихоньку закругляться, еще пару вопросиков. Да и я вам задам небольшое домашнее задание под конец. А что нужно сделать, если ГГ будет выбирать между двумя путями, но оба очень хороши? Паролить. Серьезно, паролить. Вот как бы вы поступили на этом месте? Вот у вас, допустим, есть две конфетки, вкусная и вкусная. А вы можете взять только одну, какую вы возьмете? Как вы будете выбирать? Кстати, по поводу... Вот смотрите, можно, кстати, да, сделать отдельную линейку сюжета. То есть, например, вот у Тейвила в Трискелионе каждый персонаж был введен в историю по-своему. Но это от мастера уже зависит. То есть, если мастер хочет немножко упороться и создать каждому персонажу отдельную вводную такую маленькую кампанию, это здорово, на самом деле. Это классно. Это красиво при этом еще. Но если вы только начинаете, используйте таверну и прочие общественные места, чтобы вам особо не париться с этим. Вопрос, а если игроки сделают себе персонажей магов, огребают из-за отсутствия хила и танка, и в тиме жалуются на это? Ну, они сами виноваты. Чё я могу вам сказать? Надо, ну, как бы, что сделали, то получаете, собственно. Не все в вашем мире идеально. Ну, вот. А мастеринге мы сейчас с вами поговорим. Я приглашу сюда опытных ДМов с Анэм пообщаться. Они дадут вам, наверное, советы. Я все-таки, например, по части, там, не знаю, вождения сюжетов именно по АДНД, я далеко не мастер. Да, читал Сагу Копье. Спасибо за вопросик. Ну что ж, последний вопросик, давайте читай. Хорошо, а если игроки в фаводке намеренно мешают ГМу свести их, например, чтобы позлить ГМа, тогда выкидывайте нахрен этих игроков и берите нормальных адекватных. У вас должен быть симбиоз. Игроки должны уважать мастера сюжетов, то есть Dungeon Master, а он должен, в свою очередь, уважать игроков. Если у вас что-то не складывается, собирайте партию другую. Ну, что-то, значит, не так в ней. Ну, то есть, логично. Например, я могу сказать, что у нас бы такое с Тейвилом не получилось бы, например, никогда. Потому что я знаю, что он старается. И мне самому, как игроку, приятно там. Может быть, даже... Знаете, если вы как игрок уважаете мастера, вы даже сами иногда будете себе препятствия какие-то делать, чтобы, наоборот, не позлить мастера, а приятно ему сделать. Чтобы, блин, он порадовался, что, блин, я тут так классно смастерил. А мне тут игроки помогли, а он этого и не заметил, на самом деле. Это здорово. А,
Так, извиняюсь, если этот вопрос неуместен. А будет ли в связи с новым проектом какая-нибудь тема, где можно будет делиться своими наработками, готовыми рассказами, чтобы получить критику и мнение других людей? Так, давайте вот на этом мы с вами закончим. Я сейчас отвечу на вопрос. Итак, вам небольшое домашнее задание до следующего выпуска «Творцов миров». Когда следующий выпуск будет, я сказать не могу, но примерно ориентируйтесь где-то на неделю, наверное. Вот вам задание. Вот мы вначале говорили о рыцаре. Я хочу, чтобы вы создали маленькую, небольшую историю, рассказали ее мне в текстовом формате и прислали на почту mrak@2maga.com, именно mrak@2maga.com. Ну, максимум на 3 листа вёрда. То есть, вот так вот, лаконично, ёмко и интересно. И я прям вот в прямом эфире в следующий раз эти истории разберу, что я в них вижу, там, какие недостатки вижу. То есть, смотрите, та самая история, которую мы разбирали. То есть, есть рыцарь, есть злой король, есть у злого короля некий темный рыцарь, его слуга, есть гильдия воров, есть в темнице сидящая воровка. И, в общем-то, все. Вот это вот главный критерий, который есть. Дальше вы можете поменять что-то. То есть то, что я там дальше рассказал, например, что это была воровка, которая влюбилась в главного героя, там все может быть не так. Вот. Просто вот, имея вот эти вот константы, создать историю текстом максимум на 3 листа. При этом я вас сейчас не буду просить написать красиво, там, не знаю, используя там красивый художественный слог. Нет, просто расскажите. То есть как, так, как если бы вы рассказывали. Ну, вот. Ну, единственная просьба — это сделать грамотно. То есть с ошибками текста я читать просто не буду. Но если вы напишете без ошибок, там я не буду смотреть, там, как у вас там сделано с точки зрения там композиции именно текстовой, там, как вы правильно поставили там, не знаю, повествование именно с литературной точки зрения, да. Здесь я просто хочу почитать ваш рассказ. То есть так, как если бы вы вживую мне рассказывали, да? Вот. Этого я жду от вас к следующему выпуску «Творцов». Я понимаю, что историй будет много, но поэтому я вас спрошу максимум на 3 листа А4. Максимум. Вот, но только там шрифт давайте возьмем 14 какой-нибудь, например. Но. Это максимум. Те, кто будет смотреть на Ютубе, у вас, естественно, будет меньше времени, потому что это видео выйдет с задержкой. И задержкой такой большой, в пару дней, наверное. Вот, а сейчас я с вами попрощаюсь. Большое спасибо, что вы здесь были. Увидимся на следующих стримах. Счастливо!